Я сейчас вам расскажу эпизод. Мне нужно получать было отходы, вот этим падаль всякую, мясо, которое саночистка вывозит на свалку. Тут в городе есть ЧПК, чрезвычайная противочумная комиссия. И вот ЧПК собралась. Был там представитель противочумной станции. Когда я начал докладывать председательша, вдруг ее передернуло, она чуть в обморок не упала, понимаешь? Вдруг солидный мужик, старый человек с бородой, а каких-то мухов. Я говорю, товарищ, вот я могу работать по истреблению мух, так сказать, скромненько так все. Встает этот самый противочумный, он кандидат наук тоже, и говорит, да мы без вас знаем, что мухи плодятся и размножаются на мусорных ящиках. Что же вы тут новенького придумали? Ящик тут. Ну, скромность мне не позволяет, но если я где-нибудь увидел бы это на стороне, кто-то другой сделал, ну, я бы ему в ноги поклонился. Это спасение. Это спасение. Потенциально, собственно говоря, я, может быть, спас тысячи людей здесь, в области Гурьева. Те, которые, ну, избежали вот заражения, которые несут на лапках своих эти мусы. Представляете себе прообраз маленького такого государственного сообщества, что ли. Но только он отличается тем, что здесь царит порядок и взаимное понимание в этом дворе. Здесь не может быть никаких столкновений. Вот я иногда представляю, ну, мой дворик с его многочисленными породами всяких этих животных, ну, будем считать, что это нации. Как у кого лишние щенки или собаки, все прут сюда. Тайком явно приносят. Иногда выйдешь утром, глядишь, 30 штук принесено. Вот это, например, собака имеет трагическую судьбу. Ее собачники убили. Потом отчитались ушами, отрезали уши. Потом привезли мне сюда для орлов. Она оказалась живой. Вот, значит, я у ней из раны вытащил два пыжа, и она отжила, и вот сейчас мне, что с ней делать дальше? Убивать вроде жалко. Вот и мучаюсь. Покалеченных животных разных видов. И утки бывают, и лебеди бывают, сов, филин. Даже было два фламинго. Я многих вылечиваю. Как-то пришлось изучить ветеринарное дело в связи с этим. Приходится своим отдыхом жертвовать, приходится своими средствами скудными жертвовать. Но когда я выхожу утром, допустим, после сна, и смотрю, что все это благоденствует, все это прекрасно себя чувствует, то у меня исключительно такое окрыленное состояние наступает.
Идея истребления мух мной владела очень давно, многие десятилетия тому назад. Я никак не мог найти оптимального решения, чтобы их истреблять не единицами, а так миллионами сразу. Потом мне знакомо вот это вот чувство великого ясновидения, что ли. Вот идешь, и вдруг тебя озарит. И вот такое озарение прошло. Я как-то вот тут сидел на корточках, передо мной там какие-то пищевые отходы были. А потом ковырнул и смотрю, под этими пищевыми отходами целые вот такие кучи копошащихся червячков. Вот тут и все. Вдруг мысль явилась, что нужно не муху убивать, потому что она умрет сама по себе, а нужно убить эту личинку, ее взять и ей не дать возможность из нее выйти мухи. Я почему-то убежден, что наши лидеры, они тоже изобретатели, и у них тоже является озарение. Это чувство мне понятно, очень здорово. Когда наступает озарение, тут уже торопишься, тут уже и можешь натворить таких ошибок, что ты придешь совершенно к отрицательному результату. Так вот, я с точки зрения изобретателя это. Кто-то, какой-то лидер большой, представляющий, я о ком говорю, его осенило это дело, что вот там-то неправильно, совершенно правильно его осенило, все. Там было неправильно, туда-сюда надо народ раскрепостить, властность дать, демократичность, все такое. То есть, свободу. И давай торопиться. И вот он и наломал дров этих. Идеальный прообраз государства. И вот я иногда думаю, вот в моем дворе тоже, допустим, дадим неограниченный плюрализм, неограниченный демократизм, неограниченную гласность, все это такое. Что произойдет? Начнутся опять эти митинги, межсобачьи всякие стычки, начнут друг друга убивать, друг друга гробить. Меня на первом же заседании переизберут. И, конечно, выберут в лидеры вот эту вот шавку, вот, как ее, дульку. Она больше всех гавкает, понимаешь? Вот. И воцарится в моем государстве хаос. И мне придется либо повеситься, либо, значит, просто убежать из этого государства. Так вот, чтобы этого не случилось, в моем государстве царят строжайшее исполнение законов, царит милосердие. И я считал, что мы все равны. И я, и они все равны. Я с ними чувствую себя равным. Абсолютно равным. Там в лесу. Нельзя! Thank you.
их главная обязанность ходить вдоль по периметру. Это и смотреть, где только появилась чужая кошка, сейчас же на нее набрасывается, ее буквально вытряхивает это, с этого помещения. Бывало так, что когда вот этих кошек у меня обученных не было, то в месяц я терял около сотни крольчат. Здесь же дежурит собака одна. Это уже, значит, если хулиганье какой-нибудь позарится, все. Приходилось, значит, дрессировать, иногда, значит, применять такие жестокие меры, вроде палки или вроде кнута хорошего. Но потом все это, они понятливые очень. Один раз запретил, и больше они уже не трогают. Для борьбы с мухами. Ну, я думаю, что вот это, наверное, первый случай такой, потому что вот моя установка эта, которая в шутку называется мухотроном, она, значит, способна уничтожать мух миллионами. Так вот, я, значит, на эти экранированные сосуды раскладываю специальную приманку, которая является, ну, самым для них великолепным лакомством. Приглашаю на это пиршество мух. Они охотно прилетают десятками тысяч, сотнями тысяч. И, значит, там у них свои дела, свои законы, они откладывают на этой приманке яички. И вот когда, значит, эти миллионы, миллиарды яичек превращаются в личинки, вырастают, превращаются в видимых больших червей, то я выпускаю, значит, своих помощников, пожирателей этого добра, свою куриную ферму. Экономический эффект, считайте, почти бесплатные яйца и бесплатное мясо. Пусть по типу моего будут хозяйства созданы по всей стране, то наступит неслыханная эра изобилия. Фильм этот должен являться, ну, способом борьбы за расцвет вот этой технического прогресса, что ли. За утверждение вот этих идей, которые, ну, вот так где-то живут, а не приносят никакой отдачи, никакой пользы. Я вот представляю, ведь не я один такой. Если по всему Советскому Союзу поднять этот пласт мыслей, дел этих умельцев, то, конечно, мы не ударим лицом в грязь перед Западом, который кичится своими достижениями. У нас в стране все главные научные открытия сделаны не в самой убогой обстановке. Thank you.
идея, что всех этих несчастных щенков можно организовать с пользой для дела. Вывести породу новую, собаку с норковой шкурой. И было уже пара отработана, очень хорошая, давала хороший материал. Ну, тут шло поголовное какое-то истребление собак ядами. И, значит, они попали вот в эту компанию, и погиб мой труд, почти 20-летний труд пропал. Там, где человек положил труд, свою жизнь отдал кусочек, то он за это должен получить отдачу. Ведь в конечном счете человек это хищник. Мне принадлежал бы какой-нибудь, чтобы его отходы использовать, то можно за один сезон сотни тонн этого дела. И как делать? Вывести над какой-нибудь страной. С самолета это высыпать, они моментально уходят в землю, прячут, а потом они выходят видимо. Раз, кинул тонн 100 сразу, и вся страна парализована. И ни жертв никаких нет, ничего. Автобусы стоят, все стоит, заводы стоят. Вот что значит муха. Ты не будешь показывать, все равно ты должен вернуться к его мыслям, ну, к его образу жизни. Вот я лично, например, не буду там красоваться или чего, для меня совершенно не существует там каких-то особых благ, особых, допустим, ну, стремления к отдыху на южном берегу Крыма, допустим, ничего. Я нигде это не был. Мне вот эта вот борьба с этими несовершенством жизни доставляет удовольствие такое, что заменяет абсолютно все. Может быть, показ вот этой черты, он может всколыхнет, так сказать, еще последователей много моих. Я вырос в такой крестьянской среде, где все время нужно было применяться к природе, все время что-то такое соображать, чтобы выжить. Прожил я 17 лет в Грузии. И в 17 лет уехал в Москву учиться в институт. Вскоре, через несколько дней, отца забрало НКВД, и так он пропал там. Война меня застала в Московском институте землеустройства на 4-м курсе. Попал я в часть саперную, проделывали проходы на минных полях, и из 11 человек возвращалось вое. Ну, среди возвратившихся, к счастью, бывал я. В январе 42-го года пришел приказ Сталина возвращать с фронтов всех студентов, которые оканчивают последние курсы институтов. И я выжил
Ну и представляете, меня направили в Казахстан уже после того, как я окончил институт. Потом меня назначили начальником очень большой, грандиозной мангышлакской экспедиции. Я там пробыл 8 лет на мангышлаке. В 80-м году, ну, стукнул возраст, и я ушел на пенсию. С 80-го года уже начинается, считайте, моя вторая жизнь. Я начал осуществлять идеи, которые, значит, я бы нашел еще с юных лет. Наблюдал и думал над этим, когда вот создал вот этот мухотрон. Когда увидел в одном небольшом сосуде, в тазу каком-то, копошащихся миллион живых тел, сразу же мне мелькнуло, что вот государство примерно представляет тоже вот этот таз, в котором мы все копошимся. Причем копошимся в разных направлениях, разными целями, с разными побуждениями. И вот мне представился этот 37-й год, когда этот таз залезла рука деспота. И видно, деспоту мы все в те годы именно казались, как эти вот червячки. Взять и так же Катерина Мао-Цзэдуна. Он говорит, чего будет стоить подумать, 400 миллионов в Китае вот, уничтожить, и останется 400. И вполне можно будет. Ну это... Как это фашистская идеология. Мы против нее боремся, и это невозможно. Это... Я их консервирую в эти бочки, уже в течение зимы я их, значит, отмачиваю, рассаливаю и кормлю их кур отсюда. Ну, примерно я... Там драка. Примерно я заготовлю килограмм 500-700, а это примерно 50 миллионов штук. Мухи, матеря и самцы, они погибают естественным образом от холода. А их детишки у меня сидят в бочке засоленные. Значит, мужчина и потомство подорвано.
победил муху. Я выследил и победил ее. И я могу совершенно уверенно сказать, что если применить мой способ везде повсеместно, то муха как вид может исчезнуть. Мухой я был в 38 году, мухой был, потому что я был сын врага народа. Ощущение ужасное, человек лишается всякой способности к творчеству, он все время на чеку, на стороже. Нет, муха еще это свободное существо. Видишь, она жужжит, она укусить может, а человек обреченный. Нет, это нельзя передать, понимаешь, это страшное дело. Поняли, что они такие же букашки, состоящие из белковых веществ, из обыкновенного мяса, из которого состоят все, и собаки, и кошки, и микробы, и дрожжевые грибки, все. Все это одно и то же. Мы только вот этим делом вырвались вперед в эволюции. На самом деле мог дельфин, например, так же вырваться. А обезьяна так и осталась бы обезьяной. А чем человек от мухи отличается? Да, собственно, ничем, только муха совершение человека, безусловно, совершение. У нее, например, тысячи глаз, она замечательно нюхает, у ней высокочастотное обоняние, которое она за сотни километров чует свою пищу. Человек ничего не чует. Человек, по сравнению с мухой, это совершенно примитив, самый настоящий. Перефразировали, я мыслю, следовательно, не существую. А мой девиз в жизни был, я тружусь, следовательно, я существую. Вот все, и я трудился. Мне говорят, вот там надо гору свернуть, я мчался туда и сворачивал эту гору. Свою жизнь оглянусь. Леса мои раскинуты, значит, по всем уголкам вот этого Казахстана. Мои стоят сооружения какие-то, которые лично я выдумал, лично я их, можно сказать, строил кровью своей. И даже не верится, что это я смог сделать. В этом на Мангышлаке, в 100 километров от Шевченко на север, стоит башня, очень странная башня. Вот эту штуку построил я лично, своими руками. Философская
основа нашего поколения была очень прочная. Нас убивали, убили, сажали в тюрьмы. А все равно мы делали дело же. И много дел сделали. Мы страшно верили в социализм, верили в революцию, верили в Ленина. Верили вот в этих фанатиков, которых уже нет, вымерли, которые Дзержинского, там, Кирова. Верили в газете, правде, что после этих постоянных трудностей, после этого начнется, конечно, рай на земле. И мы верили в это. Вот мы ради этого рая, значит, и... Thank you.
лично, ну, семени зла не несу, даже иногда обогрею руки в крови, но все равно я делаю это ради добра. И вот эта идея добра, она не может быть зло ради добра делать. Ну, может быть, я не так сформулирую в ответ, но во всяком случае мне же приходится, вот, например, сегодня на моей совести 4 жизни. Да. Я удивляюсь иногда, клянусь, вот, вот хоть бы умереть, да хоть бы чего там умереть, надо жить, раз тебе судьба послала вот такое счастье великое. И поэтому, если жить, значит не надо делать никакого зла никому. Прекрасная сухая ель. И как рухнула на эти провода Москва-Мурманск. И оборвала несколько, в общем, напрочь их оборвала. Ну тут сполошились, конечно, какие-то мы переговоры оборвали туда-сюда. На дрезине приехала тройка, три мужика, все капитаны, один майор, два капитана. Тут же собрались, осмотрели все это такое, тут же, значит, суд. И нас тут же протокол. И приговорили к высшей мере наказания. Кончилась, значит, моя война и жизнь, выходит так. Проходит утром лейтенант. Я как на него глянул, думаю, да я его видел же в нашем институте. Это студент старшего курса нашего. Да как же ты, говорю, да не может быть. И он выскочил, сразу пришел к генералу, у него власть больше. Приговор тройки отменен. Это было чудесно, конечно. Такое дело, не дай бог, никому пережить, но уже если пережил в такой вот обстановке, то это, конечно, прекрасно. Это самое высшее, что может человек пережить. Возвращение к жизни. И кто огонь ее священный мог погасить, мог погасить? Тому жизни незабвенной не возродить, не возродить. Прозрение у каждого человека наступает. Понимаешь, вдруг в один какой-то момент человек вроде как просыпается. Просыпается, и мир ему предстает совсем в другом виде, совершенно ясно. Все предметы стоят на своих местах, все явления ему понятны, политика ли, там, экономика ли, все ему понятно. Он как на хороший игрок в шахматы, когда уже искусство это познает, он сразу видит, так сказать, что к чему. Вот почему я тебе и сказал сейчас, что почему-то вот там где-то внутри почему-то думаю и убежден, что мы сейчас в политической жизни допускаем страшную какую-то ошибку. Мы подходим к стене коммунаров, как вот во Франции. Нас подводит что-то к стене коммунаров. И дальше, которой хода не будет. Или надо будет вернуться вспять, забыть все достигнутое и начинать все сначала. Или же вот сейчас нужно одуматься. Как одуматься? Примерно у меня есть концепция. Одуматься как? И вот будущее общество мне представляется так, что мы будем путаться, потом постепенно
мы все равно вернемся к упорядоченной вот этой системе, где у нас будут верные люди сидеть, хорошие люди, будут прекрасные законы. Конечно, ты сейчас будешь, скажешь, вот, мол, консерватор какой. А на самом деле, только так можно сейчас спасти. Сидеть дома. Если ездит, то не нужно этой напыщенности и нечего возить с членов семьи своей по этим приемам. Пусть короли возят, дело их не. А мы все-таки рабочий класс. Нам это не пристало. Причем это мнение не только мое, это мнение абсолютно большинства народа. Между прочим, он сам по себе человек хороший, добрый. И я думаю, мы с ним вполне сработали на равных, так сказать, условиях. И он бы у меня кое-чему получился, и я у него получился бы. У меня он научился ли порядку, субординации строгой, ну, шатаний мозгов не было бы никаких. Помните, когда Дон Кихот освободил от цепей этих каторжников? Но через несколько мгновений после их освобождения они его избили камнями. Он еле ноги унес. Вот то же самое сейчас происходит. И нужны очень сильные, очень крепкие законы, чтобы противостоять этому. В моем дворе такая полная свобода невозможна. Должен быть обязательно какой-то диктатор. Этим диктатором являюсь я. Вот я казню и милую, но только я же все-таки справедлив. Еще года 2-3 тому назад я тут с пеной у рта спорил, что Сталин — это величайший гений, величайший человек и светлейший ум. И вот сейчас я только прозревать начал. Сейчас его в какую-нибудь баню посади вместе с другими моющимися, и он становится обыкновенным козявкой, такой же, как все. Понимаешь ты, какой? И когда мы не знаем, кто моется, заходит человек, пусть он какой-нибудь Сталин тот же, да? И вот, значит, зашел усатый человек, голый, такие же эти все доспехи, все такое, шайка у него в руке и так далее. Кто он? Никто. А вот когда он форму оденет, и когда, значит, ты знаешь, что за этой формой стоит пуля, которая тебя настигнет в любой момент, если ты будешь перечить, то тут, конечно, ты падаешь ниц, потому что тебе свою жизнь жалко. Надо выжить. В моем дворе Сталин — это Рем. Вот детство — это Рем. Вот. Рем, иди вот, снимись, дурак. Иди сюда, иди ко мне. Это Берия. Он тоже близорукий был, такой взгляд сверлящий. Это, знаешь что? Это из репрессированных. Вот, да. Но меня уже не надо считать, потому что я Бог. Я выше Сталина, выше всех.
в моем дворе. Так что я вне всякого сравнения. Это вроде как моя обязанность, моя работа быть Богом среди них. Если я эту обязанность не буду исполнять, значит мое государство развалится. Я знаю, что мне надо заботиться днем, ночью, давать их кормить, доставать это все, добывать. Вот вся моя божеская обязанность. И если бы наш Господь Бог так живет себя, как я, то Бог бы благодать, конечно, на земном царстве. Максон, у него есть творение жизни. Там есть строфа. И нет среди людей такого мудреца, кто мог сказать толпе, куда ее движение, кто мог бы уловить черты ее лица, этой жизни. И ни одна. То вся она печаль, то вся она приманка, то все у ней блеск и свет, то все позор и тьма. Жизнь — это серафим и пьяная лакханка. Жизнь — это океан и тесная тюрьма. Вот наша философия зиждется именно вот на этих словах. И эту толпу, которую никто не может указать, куда ее движение, никто законом не знает. Все правильно, с моей точки зрения. И не то, что это обо мне, допустим, фильм, но это о большой группе, о целом поколении фильм, можно сказать.